Так, вот так мы косим. Это у нас иван-чай. Он перестоял. Наш времени нет косить. Но все равно скажу, закатаю овцам сенаж. Они его очень любят и будут довольны. Ну а так, видео о косилке. Как она косит вот такую высокую, здоровую траву. То есть вот так это у нас выглядит. Ну вот эта скорость. Я кашу на малых оборотах. Это у нас так. Лоси все вытоптали, лёжки одни. Вот. Вот и встает у нас на лежачей траве жатка. Не знаю, будет видно на видео или нет. О, малина пошла. Они ее обожают. Сейчас посмотрим, как прокосит у нас малину. Жатка у меня 5-10. Пятиметровая, то есть. Большая. И приходится на втором прокосе подбирать его тоже. Вот так маленько впереди пускать, чтобы она все петухи подбирала. Ну вот сейчас у нас 27 где-то на улице. Так, пасмурно, дождь обещают. Из-за этого кашу буду на сенаж. Ну вот датчик температурный. К сожалению, он не хватает длины, надо думать как-то вывести его по-другому, потому что у прежних хозяев не было. Но она где-то на сотни и держится температура. Вода залита. Надо еще, кстати, тоже про радиатор пролить, потому что меняли датчик, там такая срань. Блока потекла. Так, ну вот, кажется, у нас петух образовывается. Сейчас посмотрим, видно будет его, нет? Ну вот прям зад стою, вон она куча. Вот впереди видно две кучи, которые забивали жатку. Сейчас поднимаю и переедем. Ну все, то есть забитую жатку именно ножи муравейники, то есть останавливаешься, маленько взад сдаешь, и она прокручивает и снимает снизу все эти препятствия, муравейники оставляет, и поднимаешь жатку и дальше едешь. И выровнялось. Не знаю, как будет по звуку. Шум огромный, но посмотрим. Называется «Косьба от первого лица» на Ешке. Так, ну вот у нас заканчивается поле. Сейчас буду разворачиваться. Одной рукой будет неудобно. Ладно, смотрите дальше. Так, сейчас посмотрим состояние ножей на жатке. Что-то вот середину забивает. А, вот что. Нету.
А здесь зажевывает. Почему зажевывает? Не пойму. Так, ладно. Сейчас еще круг. И, наверное, все на этом. Так, 16 волков. Солярка чуть подкапывает, надо форсунку одну подтянуть. Так, была температура под сотню. Сейчас посмотрю, маленько отстыл, нет? Нет, сотня. Давление не изменилось. Так, ну ладно. Что у нас? Нажимаем скорость. Разворачиваемся. Жатко. Ключ. Включаем, опускаем. Опускаем. Сейчас добавим обороты двигателя и вперед. Так, опустим еще чуть, ну вроде бы все, сейчас посмотрим, накашивает, вроде все прокашивает, так, ну это я уже сам петухи делаю, ладно, вроде все. Будет что интересно, продолжим, нет? Значит, в принципе, показал. Так что вот. Всех приветствую на своем канале. Опять я снимаю видео про немку. 303-я у нас с завода. 5-метровая жатка. Все как положено. В прошлом видео мы с жаткой. Жатку перебирали, делали. И вот продолжаю. Ремни меняли. Продолжаю. Ремонт. Что-то у меня стало масло уходить с двигателя. Ну, я думаю, что основная не проблема. Ну, понятно, жор это этим не убрать. Но все-таки попробую это исправить. Вот сейчас я уже маленько открыл его. Понимаете, да? То есть это забитый воздушный фильтр, который будет давать двигателю тянуть масло. Не знаю. Я, мое мнение, что его, наверное, с завода не меняли. А, не, в колхозе, может, какие трактористы и меняли. Так, вот сейчас я его попробую вскрыть. Я уже там открутил. Так, еще мы там видим. Не знаю, передаст. Видео или нет. Ну, сейчас я попробую его вытащить.
универсальный ключ взял. Сейчас пробуем наладить это дело. Почему-то та шпилька не зажата, не дает. Сейчас посмотрим сам фильтр. Не знаю, он подходит от МТЗ. В принципе, должен. Тут даже сопли, сгустки. Так, это непонятно что-то. Это низ. Так. Все пусто. Само сопло. Еще не достаю до конца. Чувствую, что прям там шматки прилипшие. Так. Это я не знаю куда же. Скорее всего, сейчас поеду за фильтром. Вытащу. Не так уж здесь и много, конечно, грязи. Даже вода была. Так, что это у нас? Так, ну вот, в продолжение. Что это такое? Волосня какая-то. Миша, тебе на этот, борода, на машню, на, как раз пипетку свою в центр сунешь. Она что, три секции, да? Ну да. Что-то вон она лезет. Так, это знаешь что? Знаю. Что? Железки. Ага, ну понятно, хули там. Ну, вот. Один, бля. Так там же лежат пальцы. Где? В Караганде. Так, это болты куда? Это короткие, наверное, да? Так, ага. Лопатки, ветки, все это. Надо в нее положить. Конечно. И трещотку тоже туда. А что? А куда ее? Чтобы ее сломать, а с пальца тянуть, да? Вот. Ее надо положить сюда, чтобы в набор вон. Так, новые кассеты. Поставим. Поставим.
на эту держатель. Одной рукой, наверное, будет совсем неудобно. Ну, попробуй показать вам этот процесс. Так, ну все, я корячу фильтр. Кассету мы поменяли. Сейчас посмотрим. Кассета простая, антрезовская, купил этот Ворс. Так что затянул все вокруг. Еще бы надо верхнюю секунду прям. Вытру так, что по маслу. Ну, вот я говорю, за день работы пол уровня сжал, потому что я заливал был целый. Ладно, смотрите. Ну, вроде на этом видео все. Что буду дальше делать, покажу. Погоды нет, дождь. Хотя, может, 17-й пока клевер есть кусок. Да вроде совсем сыро. Ладно.